Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь покороче. Хотелось бы, конечно, рассказать побольше. У меня сегодня счастливая возможность есть в очередной раз поделиться с вами, на мой взгляд, уникальным опытом работы отделения реабилитации стомированных пациентов Санкт-Петербурга. В прошлом году я уже рассказывала об организации этой работы. И в этом году смею повториться и немножечко расскажу более подробно о психологической реабилитации. Наше отделение работает уже давно. История отделения, истоки уходят в далекий 1991 год, когда открылся первый кабинет как раз по помощи стомированным пациентам. И спустя 5 лет, в 1996 году, комитетом по здравоохранению был подписан приказ об открытии первого центра помощи в России стомированным пациентам в Санкт-Петербурге. И с тех пор, вот уже более 20 лет, мы успешно работаем в нашем городе. К слову сказать, в 2011 году нас посетила с дружеским визитом королева Дании. Она хотела ознакомиться с работой нашего отделения. Она курирует стомированных пациентов у себя в стране. Была потрясена тем, что такое маленькое по масштабам отделение и маленький штат обеспечивает помощью такое огромное количество людей. На сегодняшний день на учете у нас состоит порядка 8 тысяч жителей Санкт-Петербурга. И мы достаточно большой поток проходит через нас ежедневно. Ну, многие заходят к нам лечить зубы, потому что стомоцентр ассоциируется со стоматологией. Может быть, для кого-то будет интересно. Стома в переводе с греческого – это рукотворное отверстие, выводящее либо на переднюю брюшную стенку кишку, мочевой пузырь, либо трахеостома – отверстие в гортани, также гастростома. Мы помогаем всем людям с различными видами стом. По статистике, колостомированные пациенты в приоритете у нас порядка 74%. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент на 100 тысяч населения примерно стома имеет 100-150 человек. На мой взгляд, это очень большое количество людей. Естественно, основным заболеванием, да, основной причиной, которая приводит к наложению стома, является онкологическое заболевание, что является дополнительным психологической нагрузки для наших пациентов. Но Галина Евгеньевна говорила о реабилитационном процессе как поэтапном восстановлении и компенсации нарушенных функций организма трудоспособности пациента. Если учитывать, что это достигается применением комплекса мероприятий, как то медицинских, педагогических и социальных, то и все эти мероприятия в объеме широком представлены на нашем отделении. То есть работа ведется в трех, это базируется, так скажем, на трех китах. Это медицинский аспект, психологический и социальный. Медицинский аспект включает в себя прием профильных специалистов по консультированию медицинскому после операции. Социальный аспект заключается в обеспечении современными техническими средствами реабилитации стомированных больных и психологический аспект соответственно. Цели реабилитационного процесса – это, естественно, улучшение качества жизни пациента со стомой. В советские времена, когда, к сожалению, отсутствовала должная помощь данной категории пациентов, процент суицидов среди данной категории людей был самый большой, поскольку человек был один на один со своей проблемой и, собственно, не знал, как вообще жить дальше с этим. Здесь представлены всевозможные доморощенные способы помощи пациентов, которые мы видим даже до сих пор, потому что система оповещения у нас катастрофически не очень хорошая. Вот после прошлогоднего выступления, спасибо Татьяне Юрьевне, что пригласила меня сюда выступить, к нам очень хорошо стали пациенты приезжать вот конкретно от вас регулярно. Значительно улучшилась информационная, да, возможность пациентов. Задача реабилитационного процесса – это сведение к минимуму осложнений, скорейшее восстановление трудоспособности и самообеспечение пациента. Ежедневно к нам на отделение поступают порядка 4-10 пациентов первичных после операции по наложению стомы с различных клиник нашего города, порядка 15 клиник. Но, естественно, так как мы являемся структурным подразделением городского клинического онкологического диспансера, то из нашего абдоминального отделения также поступают пациенты. На первичном приеме, который длится порядка часа, дается информация, обучение проводится.
правилам ухода за стомой происходит, подбор, обучение, пользование средствами ухода, рационализация питания, образа жизни в аспекте профилактики осложнений. На фотографии вы видите Аршанского Рафаэля Николаевича, ныне покойного. К сожалению, уже в августе будет 12 лет, как его не стало. Собственно, он и организовал первый в России стомоцентр и свои, так скажем, силами. Ему было всего 47 лет, когда он умер от сердечного приступа. К осложнениям стомирования относятся хирургические осложнения, осложнения со стороны кожи. Послеоперационный в ранний период наблюдения ведется стомотерапевтом, выявляется ранее послеоперационное осложнение, как то стенозы, рецидивы в области стомы, всевозможные некрозы, нарушения кожи, и специалист может направить наших пациентов в ранний послеоперационный период к лечащему хирургу, который его оперировал, либо по месту жительства для решения проблем о реконструкции стомы, либо проведения реконструктивно-восстановительной операции. Повторный прием проводят также специалисты. Ежедневно к нам приходит порядка 50-100 пациентов, очень много людей. И задача повторного приема – это контроль состояния стомы пациента, выполнение медицинских рекомендаций специалистов и контроль соответствия стомы и средств ухода, также правильности использования ими, поскольку есть определенные нюансы в поздний послеоперационный период, когда появляются осложнения, связанные с различными причинами, как то выпадение слизистой кишки, возникновение паракластомических грыж и так далее. Обеспечение пациентов средствами по уходу производится путем формирования индивидуального набора колоприемников, уроприемников, различных технических средств реабилитации, средств по уходу за кожей исключительно по медицинским показаниям. И решение принимается конкретно специалистом, стомотерапевтом. С 2015 года на отделении реабилитации осуществляется обеспечение пациентов специализированными энтеральными смесями в амбулаторных условиях для пациентов за злокачественными новообразованиями в области головы и шеи. Обеспечение пациентов проводится в предоперационный и послеоперационный период, также при проведении лечения как-то лучевой химиотерапии, что позволяет снизить риск неблагоприятных исходов и осложнений агрессивного лечения. Мне бы хотелось немножечко остановиться о психологическом аспекте реабилитации. Я являюсь вот уже более 12 лет онкопсихологом данного отделения. Естественно, психологический аспект, мы все в этом убедились, является неотъемлемой частью всего процесса и затрагивает каждый этап. Хочется вспомнить небольшую притчу. Одного мудреца спросили, какое же самое лучшее лекарство для людей. Он ответил, не сомневаясь, что самое лучшее лекарство для людей – это любовь и забота. Кто-то иронично воскликнул, а если не помогает? Следует увеличить дозу, сказал мудрец. И если в переводе с греческого терапия обозначает обращать внимание и прислушиваться, то мне кажется, я убеждена в том, что способность не только психолога, профильного специалиста быть внимательным, присутствующим во время приема и беседы с пациентом во многом улучшает терапевтический процесс и реабилитацию. На нашем отделении создана уникальная атмосфера. Это я не потому что хвастаюсь, потому что ссылаюсь на отзывы наших пациентов. Атмосфера принятия и любви, не побоюсь этого слова, к нашим пациентам. И каждый пациент, приходя на отделение, обязательно общается с психологом, который проясняет особенности психоэмоционального состояния, потребности пациента. Направления психологической помощи я не буду перечислять, их достаточно много. В работе учитывается, безусловно, влияние различных факторов. Это особенности личности, социальное положение, семейное положение, уровень образованности, интеллекта и, конечно, возраст. Подавляющим большинством наших пациентов являются люди старшего и пожилого возраста, в связи с тем, что колоректальный рак в основном после 50 лет. Хотя последние годы мы наблюдаем тенденцию омоложения наших пациентов. Становится очень больно, конечно, это осознавать. Люди после 70, как никто другой, нуждаются в заботе и принятии. Галина Евгеньевна также говорила о том, что, к сожалению, оставляет желать должное отношение некоторых врачей. Ей очень не хочется, конечно, поднимать эту тему, но ежедневно мне приходится видеть слезы отчаянные жалобы пациентов о некорректном, подчас даже негуманном и жестоком отношении по отношению к ним со стороны многих профильных специалистов. Леденящие душу истории, хочется этому посвятить отдельный доклад.
Задачи психологической помощи я не буду называть. Естественно, и что касается наших пациентов, так как меняется, да, уже полностью теряет человек возможность сохранять привычный образ жизни, это сознание себя, формирование позитивного отношения к себе, чувство уверенности в себе, возможность адаптироваться в новых условиях, это и уменьшение, снятие эмоционального напряжения, и активизация всех ресурсов, и внешних, и внутренних, для того, чтобы получить возможность жить в новых, сложных условиях, и понимание того, что так будет не всегда, дать возможность человеку понять, что он может жить с этим весьма успешно. Пардон. А что я сделала? Все. Спасибо. Вот наши пациенты, которые оперируются непосредственно на абдоминальном хирургии нашего диспансера онкологического, имеют возможность получить психологическое консультирование в предоперационный период перед операцией, в ранний и послеоперационный период, что очень важно. Естественно, согласование с лечащими хирургами, мы работаем в тесном тандеме. Психологическая помощь оказывается непосредственно на отделении, это и ознакомительные беседы с первичными пациентами, и, конечно же, психологические коррекционные беседы, психотерапевтические беседы с пациентами, которые много лет находятся на отделении в стойкой ремиссии, иногда по 15-20 лет приходят к нам, и отнюдь их волнуют не только вопросы, связанные с онкологией либо с томированием, но и все те же вопросы, которые волнуют нас с вами. То есть экзистенциальные вопросы, взаимоотношения в семье и так далее. Динамика посещений фиксируется, это таблица психолога, где можно проследить динамику прихода пациентов, а также специально разработанная, запатентированная компьютерная база, где можно отследить весь анамнез пациента, его эпикриз, ознакомиться с историей его болезни, приходами к нам, потому что люди приходят десятилетиями и получают помимо медицинской помощи также социальную помощь в виде обеспечения современными средствами ухода. Ну, здесь уже говорили в зале, что мне очень приятно слушать, как во многих городах России оказывается психологическая помощь, и она все больше и больше расширяется на отделениях. Я тоже использую в своей работе арт-терапевтические занятия, потому что это очень важно для наших пациентов. Всем известно, что онкологические пациенты страдают алекситимией, да, сложностью осознания своих чувств, а также в связи с тем, что стомированные пациенты нарушаются функции выделения, страдают ощущением изолированности, да, и называют себя получеловеками, инопланетянами и так далее. Вот мы работаем для того, чтобы скорректировать самоосознание пациента. И вот в 2011 году был представлен постер в Болонье, в Италии, об опыте работы с данной категорией пациентов стомированных, что вызвало достаточно большой резонанс. На отделении наш пациент обеспечивается методическими материалами, дается каждому пациенту при первичном приеме пособие по уходу за стомой, он может ознакомиться дома в спокойных условиях, а также уже много лет, вот 69-й номер вышел, своими силами мы выпускаем информационно-периодические издания «Стом.Инфо», с которыми вы можете смело ознакомиться, если выйдете на сайт официальное отделение реабилитации стомированных пациентов, где можно подробно ознакомиться и с историей отделения, и со специалистами, и вообще со всем, о чем я сегодня рассказываю. Телефон отделения перед вами, адрес сайта можно записать. В заключение мне бы хотелось сказать, что, как известно, чтобы жить и радоваться, нужно всего лишь две вещи. Во-первых, жить, и второе, радоваться. Я вам сегодня искренне это желаю. Спасибо.